Рад всех приветствовать на канале Smart Life. В этом видео у нас будет необычный китайский селфи-фон Santin INTW, который на самом деле является смартфоном Meitu MX5. Думаю, многие уже в курсе, что под брендом Santin распродаются различные неудавшиеся модели, которые по разным причинам не нашли своих покупателей. То есть Santin выкупает остатки таких партий смартфонов, ставит на них свои русифицированные кастомы и уже под своим брендом официально продают их на Алиэкспрессе по бросовым ценам. Чаще всего за небольшую сумму мы получаем приличное железо. Тут связка двух 13-мегапиксельных камер, 3 ГБ оперативной, 32 постоянной, 8-ядерный процессор 6753, и за все это я заплатил всего лишь $70. С учетом кэшбэка как раз вышло порядка 4000 рублей. Как по мне, вполне неплохо, но есть и обратная сторона медали у таких смартфонов. Почти у всех у них слабая автономность. Ладно, давайте обо всем по порядку. Ссылки на этот и аналогичные смартфоны фирмы Santin вы найдете внизу в описании, но мы начнем с комплектации. Смартфон приходит в такой вот невзрачной коробочке, очень она простяцкая. Естественно, тут у нас все непрезентабельно, такой вот пенопласт. Сам смартфон, на нем изначально была наклеена транспортировочная, точнее защитная пленочка, то есть клеить вам изначально ничего не придется, это хорошо. Тут тоже пенопласт, простой вот дешманский у нас здесь USB-микро-USB кабель, переходник под наши розетки и зарядное устройство, тоже такое вот дешевое, 5 вольт 1 ампер. Ну и скрепочка для лечения лотка под сим-карты. В общем, комплектация, конечно, не очень хорошая. Смартфон подается в двух цветовых решениях, розовом и белом, как у меня. Диагональ выставляет 5 дюймов с HD разрешением, спереди стоит обычное стекло, без применения технологии 2.5D. Значит, вверху мы видим фронтальную камеру, разговор, динамик, различные датчики, индикатора событий тут у нас нет. Внизу у нас есть 3 сенсорные кнопки, они, конечно, очень слабо прорисованы, но они здесь у нас имеются. А на верхней грани у нас расположена 3,5-мм джек под наушники, кнопка включения-выключения в необычном месте, выполнена кнопочка, кстати, из металла, никакого люфта не имеет. Внизу у нас разъем под зарядку microUSB, перфорация под основной динамик вот здесь расположилась, здесь отверстие под разговорный микрофон и дополнительная перфорация просто для красоты, для симметрии, можно так сказать. С левой стороны расположен лоток под сим-карты, лоток у нас комбинированный формата microSIM и nanoSIM, либо microSIM и microSD карточку сюда можно установить. Лоток цельнометаллический, переживать за него в принципе не стоит. С правой стороны расположилась кнопка регулировки громкости и кнопка запуска камеры. Кнопочки выполнены из металла, нажимаются мягко, никакого люфта также у нас не имеют. Значит, сзади у нас сдвоенная светодиодная вспышка, то есть здесь два светодиода, очень даже такие мощные. Наша основная камера, смотрите, можно увидеть надпись Meitu. Ну и здесь логотип нашего смартфона, нашей модификации. Значит, по поводу корпуса. Крышечка у нас сзади пластиковая, такая вот глянцевая, а вот видите, нижняя и верхняя вставка у нас металлические, ну как бы вот этот ободок тоже у нас такой вот металлический. Габариты его составляют 71 мм на 152,5 и при толщине в 9 мм. И весит он 147 грамм. Довольно-таки легкий аппарат. Благодаря такой вот форме лодочки в руке лежит он хорошо. Да, конечно, он вытянутый по высоте, но по ширине он небольшой, то есть действительно хорошо в руке лежит, отлично. По поводу сборки здесь никаких нареканий нет. То есть ничего у него не тарахтит, крышка нигде у нас не прогибается. В общем, собран он довольно-таки качественно. Смартфон работает под управлением 5-го андроида, беспроводное обновление вроде бы как поддерживается, но я не думаю, что здесь какие-то будут обновления приходить вам. В принципе, такой вот, можно сказать, чистый андроид, немного с видоизмененными иконками. Давайте быстро пробежимся по нашим характеристикам. Значит, в экране у нас есть беспроводной монитор, это меня порадовало, то есть Wi-Fi монитор у нас в принципе есть, это хорошо, Mirror Vision функция, ну и все, больше никаких дополнительных функций здесь нет, ни различных там умных жестов, в общем, все, такой вот у нас минимальный у нас набор. Верхняя шторка выглядит вот таким вот образом. Вот у нас Wi-Fi монитор. Лаунчер работает довольно-таки шустренько. Ничего, никаких глюков я не замечал. Все работало корректно. Есть кнопочка меню, где располагаются все основные приложения. Google сервисы были все предустановлены. Также присутствует FM радио. Значит, долгим зажатием на меню, это у нас список последних приложений, чем приложений с памяти. Здесь у нас настройки нашего экрана. Ну, это кнопочка назад. И проверил телефонные вирусы. Вирусов тут никаких не обнаружено. В принципе, по программной части никаких проблем я не заметил. Еще хотел обратить ваше внимание на заставку. Видите, такая вот у нас с собачкой. Ну, в общем, смартфон у нас позиционируется как женский, естественно. Телефон работает под управлением процессора NTK6753. Это у нас 8-ядерный 64-битный процессор. Работает на максимальной тактовой частоте 1300 МГц и выполненный по 28-нанометровому техпроцессу. Разрешение HD при диагонали в 5 дюймов. Плотность пикселей составляет 320 ppi. Графический чип Mali T720 MP3. Оперативной памяти у нас 3 ГБ. Из них почти 2 свободно под различные приложения. –
Постоянной памяти 32, но изначально доступно 26 гигабайт. Все остальное занимает наша система. В Antutu телефон набирает 43 601 балл, в Geekbench 626 и 2511. В графическом тесте 3D Mark набирает 186 баллов. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо. Мультитач у нас здесь на 5 касаний, сенсором никаких я проблем не заметил. По поводу датчиков, тут у нас минимальный набор. Датчик приближения корректно работающий, датчик освещения тоже все у нас отлично. Ну, естественно, акселерометр. Ни датчика холла у нас тут, естественно, в данном смартфоне нет. Wi-Fi, как вы знаете, роутер у меня находится за тремя стенами, работает только в диапазоне 2-4 ГГц, показывает себя хорошо, то есть проблем никаких не замечено. Bluetooth через три стены пробивает тоже без каких-либо проблем. Функция OTG у нас поддерживается, через такой переходник можно подключать флешку, мышку, клавиатуру и принтер для ввода печати. Это хорошо. И давайте остановимся на нашем экране. Экран у нас матрица IPS. OGS, то есть воздушные прослойки между тачим дисплеем у нас нету, а это уже хорошо, благодаря этому хорошие углы обзора, смотрите. Ну, в принципе, экран хороший. Для этой стоимости экран действительно меня порадовал. Запас яркости на солнце у нас, в принципе, нормальный, минимального хотелось бы меньше, но в целом очень даже неплохой экран на этом смартфоне установлен. Телефон работает в 2G, 3G и 4G сетях, но поддерживает только важный для России 3G бенд. Ни 7-го, ни 20-го, к большому сожалению, у нас нет. А качество разговорного динамика и микрофона никаких проблем не вызвало. Все было нормально слышно как мне, так и моему собеседнику. А звучание в наушниках стандартное, как для всех бюджетных смартфонов. Особо качественного звука, естественно, ожидать не стоит. Но, в принципе, если у вас наушники хорошего качества, будете в целом звучанием в наушниках довольны. Проверим звучание внешнего динамика. Внешний динамик здесь тоже такой вот бюджетного типа, высокочастотный, в принципе, не репит, не хрипит, запаса громкости хотелось бы немного больше, но удачное расположение его спасает. В общем, пропущенных вызовов, я думаю, у вас не будет. Произведем GPS-тест нашего телефона, на улице пасмурная погода, снимаю с балкона, давайте посмотрим, как у нас ловят спутники. В принципе, довольно-таки неплохо, есть поддержка как GPS, так и GLONASS, в общем, GPS-навигация здесь все в порядке. Давайте пройдемся в Asphalt Extreme, график выставил на весь допустимый максимум, играть можно комфортно, то есть такие игры как Asphalt 8, Asphalt Extreme, GTA San Andreas на максимальных значениях телефон комфортно тянет. Конечно, в танчике там только средние настройки графики, и то желательно выключать тени и текстуры, то есть для того, чтобы более комфортно у вас было FPS. Ну, в общем, игровые возможности здесь довольно-таки хорошие, благодаря тому, что здесь HD разрешение и вполне приемлемый процессор. При этом нагрев корпуса у него достигается до 42 градусов, ну как бы небольшой дискомфорт я все же испытывал. А процессор греется до 58, это в пределах нормы для данного процессора. Проверим яркость нашего фонарика. Два светодиода по запасу яркости себя показывают очень хорошо. Если бы был бы один, думаю, что было бы слабоватенько. Так, два, все отлично. Значит, камера у нас имеет такой вот интерфейс, и здесь на самом деле мало настроек. У нас нет ни режима HDR, ну, панорама есть, бьюти есть, и не могу выставить разрешение камеры, то есть ни разрешение снимков, ни разрешение видеозаписи, то есть функционал здесь очень и очень слабенький. Поэтому я советую поставить Open камеру. С Play Market скачал. Здесь, по крайней мере, в настройках можно выставить и разрешение наших снимков, и разрешение видеозаписи, и включить электронную стабилизацию. В общем, советую пользоваться Open камерой. Основная камера у нас на реальные 13 мегапикселей, сенсор от Sony IMX091. Снимки получаются довольно-таки хорошего качества, ничего плохого про камеру основную сказать не могу. В темноте фокусироваться не нужно, камера сама ловит автофокус, но есть минус. Почему-то вот в темноте, ну, со вспышкой снимки получаются розового оттенка. Не знаю, что за фотофильтр применяется, но вот такой вот недочет есть. То есть, наверное, китайцы решили сделать благородное дело, и чтобы камера тоже у нас была такого женского образца с розоватым оттенком. Фронтальная камера на реальные 13 мегапикселей, сенсор от Panasonic MN34152. Хорошие снимки получаются, смотрите, детализированные, то есть вот фронтальная камера ничуть не хуже, чем основная. Но там далее, смотрите, примеры фото и видео, и оценивайте сами. Произведем тест камеры нашего телефона. Запись видео производится в Full HD разрешении. Фокусировки ни автоматической, ни по тапу, к большому сожалению, нет. И это является недочетом данной камеры. Значит, оптическая стабилизация отсутствует, электронная есть. Ну, как обычно в бюджетном сегменте. То есть при ходьбе картинка держится более-менее уверенно. Проверим цифровой зум. Так,
Давайте, тут у нас со сколько? 4 раза, смотрите. Такая у нас детализация. Ну, в принципе, качество видеозаписи здесь довольно-таки хорошее. Протестируем камеру при недостатке освещения. Так, ну, как вы поняли, автофокус у нас тут никак не отрабатывает. Частоты кадров, в принципе, у нас хватает. В полной темноте, естественно, тут уже частоты кадров у нас недостаток. В общем, снимать в полной темноте проблематично. Ну и напоследок проверим запись видео со вспышкой. По запасу яркости вспышка себя показывает хорошо, а у частоты кадров у нас тут недостаток. Заявленная емкость несъемного аккумулятора составляет 2200 мАч, и в реальности USB-тестер у меня показал результат чуть больше 2000, то есть 200, мне кажется, здесь есть. Час просмотра видео. В HD-качестве по Wi-Fi на YouTube при средних настройках яркости посадил телефон на 22%. Час игры, опять-таки, при средних настройках яркости садит телефон на 50%. И это, конечно, плохой показатель. То есть, в частности, поиграть на нем, если вы будете играть в тяжелые игры, то садится он у вас будет моментально. Но если вы будете его использовать там вот в социальных сетях, в общем, видео, в интернете, то батареи, мне кажется, при умеренной нагрузке вам будет на сутки хватать. Но, конечно, не больше. По крайней мере, я вот так попользовался. Батареи, именно если не играть, то на глазах не тает заряд. Автономность у него, конечно, слабая, ну, зарядка тоже такая вот средняя. Ну, это естественно, как и всегда, в таких вот смартфонах с автономностью не очень все хорошо. Итак, друзья, подведем итоги. Как и всегда, в этом нам поможет наша таблица со всеми характеристиками. Каковы его плюсы? Хороший набор оперативной постоянной памяти, 8-ядерный процессор, ОГС-экран, поддержка функции OTG, связка камер тут хорошая, в особенности порадовала фронтальная, ну и эргономика понравилась. Смартфоны лодочкой всегда лежат в руке хорошо. Минусы. При записи видео не работает фокусировка, прошивка под управлением 5-го андроида и очень слабая автономность. Конечно, если вы в игры не играете, то на день умеренной активности вам, конечно, его хватит, но не больше. Высказывайте свое мнение в комментариях под этим видео относительно этого аппарата, ну и вообще в целом о подобных смартфонах от Santin, и принимайте участие в опросе для выявления всеобщего мнения. Спасибо всем, кто смотрит и поддерживает видео лайками. Удачи вам и до скорой встречи в будущих обзорах!